Многодневная велогонка проходит в несколько этапов. На старт группового заезда вышли сильнейшие спортсменки из разных регионов страны. По итогам лучший результат у велогонщиц из Питера. Победу одержала Екатерина Фадеева. На втором месте с небольшим отставанием Анастасия Печерских. Расслабляться девушки не собираются. Уже завтра их ждет холмистая трасса в 100 километров. Настрой боевой, поэтому кроме первого места ничего не может быть. А, конечно, мы должны выигрывать на этой трассе, мы определенные лидеры. Но главное, чтобы наша команда занимала первые места. Неважно, кто будет из нас, мы все очень рады. Завтра велогонщицам предстоит преодолеть непростую дистанцию с многочисленными подъемами и крутыми спусками. Трасса Верхняя Медведица-Разенькова определит безусловного лидера в групповом заезде. Рельеф такой серьезный уже на трассе, да, набор там 400 метров на круг. И, скорее всего, какие-то вот горняки будут, то есть в отрыве отдельно. Финал всероссийских соревнований состоится 31 августа. Кольцевые гонки среди женщин и юниорок пройдут на проспекте Плевицкой. Юлия Терещенко, Сергей Дорохов. События дня.